когда Бог забрал сына на небо, я вам скажу, мы были как бы служители, и в то же самое время вне церкви, но стали намного ближе отношения с Богом, а церковь нужна была как кислород. И когда мне сказали, что у тебя такой ребенок, я говорю, как они вообще могут мне такое говорить? Я верующая христианка, у кого-то это может быть, но не у меня. Ну и потом открылось, да, что у него тяжелый диагноз, что практически врачи говорили, что он будет лежать, вот, что он не будет даже, ну, вообще не способен ни к чему будет. Трудно, трудно. И я понимаю тех отцов, которые просто не знают, как себя найти, потому что они не видят поддержку. Поддержку тех людей, которые бы хотя бы были заинтересованы спросить. Я вижу толпы народа, стадион забит, где родители семей инвалидов молятся за нормальных людей.